Объем налоговых льгот, о которых заявили предприятия региона, с начала года достиг суммы в 500 000 000 рублей. Такие данные приводят в управление налоговой службы по республике. Объем выпадающих доходов бюджета региона из-за предоставления различного вида послаблений для бизнеса постоянно увеличивается. И если в 2014 году он составлял всего 50 миллионов, то в 2015 уже 150. На данный момент заявленные льготы превышают 500 000 000 рублей. Также растет и число компаний, которые пользуются преференциями. В их общем объеме доля региональных составляет около 70%. По мнению налоговиков, предоставление льгот целесообразно для развития и модернизации производства.